Так, ребзя, всем привет! С вами Ноксвелл, и это, да, седьмая глава игры Dead Rising. Я думаю, ну да, это последняя, финал уже очень близко. И постараюсь, вот, было две серии, и это уже третья, постараюсь закончить побыстрее, да. Мы продолжаем там же, где закончили эту серию. Вот только у меня была эта пушка, а сейчас ее нет. Потому что сохранился я до того, как создал пушку. Да. Я думаю, финал уже действительно очень близко. И я его жду. Да, что не дождусь, продолжить прохождение кризиса и... что я там еще прохожу? Метро, да, метро. Last Light, да, Redux. И, кстати, вот Last Light Redux у нас тоже там буквально вот серии 5, и все, и мы закончим ее. Кризис, я не знаю сколько. Я не проходил его никогда. И точно не могу сказать. Но до... Короче, мы пройдем все три игры до игрушки Middle Earth, вот этот вот. Shadow какой-то там, Mordor. Да, выходит он 30 сентября, я напоминаю. И я его очень жду. Просто посмотреть, что там вообще, да как будет. Блин, вот я понял, зачем нам это оружие дали. Потому что тут толпы этих паскуд. Интересно, это говно на меня влияет как каким-нибудь образом? Так, иди нахрен. Все, буду прыгать. А, у меня есть это... лом. Буду просто ломить... О, блин, ломить. Ломать черепа. Новое... что? Да похер на этого знакомого доходягу. Честно, мне как-то... сейчас важнее... добраться до своей команды и... и улететь нахер отсюда. Не, это бессмысленно использовать на одного. Привет! Ха-ха! Как он поломался. Так, хорошо. Го. Го выполнять. Так. Я сюда не могу войти, ну, конечно. Блин, тут я еще заблудиться могу. Ужас. Еще 37 метров. Так только что тут было, по-моему. Ладно, хорошо. Hello! Anybody home? Так, это ж наш старый друг с большой дороги. Помнишь? Кто это? Еще бы! Hey! Мы-то тебя с ученым точно помним. Байкеры? О, черт! О, черт! Кто это? Черт. Да, я тоже так думаю. Но кто, бляха, муха, иди ты в жопу. Спокойно. Как, блин, эти ворота работают? Какое жестокое оружие-то. Так, тут есть мишка. И оружие. А, такого тут... еще не было. Слушайте, а без защиты, если попасть в их голову, в глаз, то он должен просто выбиться. А если убивается глаз, то может и в мозг попасть. Должен. Они должны сдохнуть. Это просто обязательно. Но почему-то нет. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нужно главное оружие найти. Это самое главное тут. Хоть какое оружие, вот даже вот такая труба будет уже урон наносить сильный. И главное выносить сначала сильных мудаков. Давайте походим, полутаем, может еды найдем. Блин, сказал, будто играю в какой-то Дейзи. Так, 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 так. О, да. Да, они хотят станцевать, и мы сейчас... Что? Кто ты такой? Что я тебе, блин, сделал, дружок?
Я до тебя доберусь, я тебе глаз на жопу натяну, паскуда, за то, что ты меня закрыл тут. Да, вот такой добрый Ноксвелл, да. Все знают, что я добрый. Я добрый. Открывай давай! С ноги! Привет! Да, встретил ты. О, так, это топор был, оказывается. Я думал, что так рубит. Пошла в жопу. Так, пошли, нафиг. Семейная трапеза. О-о-о-о-о-о-о. Тихо-т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 ихо. То есть они стоят там, где мне нужно... А что мне нужно? В общем-то, подождите. Отпереть ворота. И каким макаром, если я вот тут стою? А, наверное, наверх нужно попасть. Точнее. Затупил, да. А вот с этим тут очень глупо сделано. Это должен быть. Вот это ты зря, братюня, сделал. По роже получил сразу же. У нас 10 тысяч убитых зомбаков. Офигеть. Даже, по-моему, 10 тысяч 50, да. Ну, да. Подключить питание. Сейчас нас будут таскать, блин. Померу. Иди нафиг. Нет, тут нельзя. Так, ладно, давайте так. Сокращаем, блин. Ну, пошли нахер отсюда. Где ты в жопу? Ой, ты. Ой, то что-то лежит, лежит. А, блин, свинцовая, нахер. Давай, давай. Посрал я на него, блин, придурок, убьют же. Вот ты тупой, а. Стоит, провод перерезан, и он стоит. Ребят, это не я виноват, это виновата игра. Да. Ужас, это что-то, что-то с чем-то. Ладно, хорошо. Под конец, всегда под конец любой игры что-то начинает доставать. Вот меня достают вот эти вот долгие непонятные застревания. То есть, когда он переодевается, он стоит еще любуется, блин, на себя минуты две. Да. Так. А еще загрузки долгие. Вот. Тут меня тоже бесит. Такое ощущение, что они весь мир этот прогружают прям вот сейчас прогружают весь мир. А, боже, блин, все заново. Черт. А тут заново? Я что-то ничего не прошел. Так, тут у нас магазин одежды. Бессмысленный магазин. Ну, в данном случае, потому что... Как, блин, эти ворота работают? Эти ворота работают, я тебе объясню как. Вы трупы! Молча. Сказала мое плохое настроение, да. Идите нахер! А это уже сказала моя злость. Сволочь, огребаешь. Еще одна паскуда меня тронет. Я, блин, стулом убью нахрен. Нах. Пошли. Паскуда. Да. Сейчас, правда, стул сломаю. Жалко стул. Иди ты нах. Давай, прыгай, 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 прыгай. Вот здесь что-то может быть. Не, нах эти статуэтки, я в прошлый раз когда взял. Не совсем так, как хотел. Я когда взял. А, нет, 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 комбинашки. Я-то думал, комбинашка будет. О, да, это очень жестоко, слушайте, ребят. Шваброй получить по роже, это очень жестоко. Все, я спрятался. Ищите меня. Так, а куда нам нужно? А, что-то я ушел совсем. Нах, пошел. О, как по роже прописал. С ноги. Вот сейчас мы подойдем, и он, блин, полдня стоять будет. Не, не будет. Детка, слушай, действительно, я до тебя доберусь, я не знаю. Глаз в очко засуну, это как-то будет слишком слабо для тебя. Я в тебя зомби засуну. А чё там заперто? Я ж проходил. Нормально. Понятно. Назад! Нахер иди. Нах. Пошёл. Паскуда. Сраная. На.
Вот это вообще дабл был сейчас. Ой, толпа! Падают, они классно падают, слушайте. Вот это меня действительно радует. Чё ты дебил, блин, останавливается. Не, не, давайте перебьем их всех. А, у меня же есть эта штука, чё я туплю? Пока! Чё вы не дохнете, я не понял. А ну, сдохли все быстро, я сказал. Так, 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 швабра это, конечно, хорошо, но... Слушайте, какая у нас хардкорная миссия, а? Была миссия, когда мы сдохли больше всего раз. А тут у нас самая, наверное, убийственная миссия. Рукопашка. Посмотрите, он весь в крови. В рестлерской маске какой-то. В платье. Все нормально. Тут еще есть костюм акулы, но я что-то его не нашел. Нах, иди нах, 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 нах. Так, все, идите нах. Все. И опять они с красными этими глазами. Давай, 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 быстрее, быстрее. Да, 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 да. Нах. Найти проволоку. Дети, ну, блин. Вот, теперь оно будет открыто, да. Дверь отперта. Отперта. Но это так ты отпираешь двери, да? Да, 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 слава богу, еда. Топорик. Ох ты, блин, слишком много еды. Хорошо. Вот так вот. Едой, правда, нельзя кидаться, но... Найти проволоку. Где ее? 60 метров. Вы меня решили потаскать по магазину, да? Ну-ну. Нахрен пошел. И ты тоже пошел в жопу. Спасибо. Так, стоп, стоп. Это туда? Или все же лучше? Так, сорян. Могли слышать странные звуки сейчас. От моего микрофона. Так, да, это все-таки нужно было наверх подниматься. Ну вот я же говорю, вот это вот метки эти, они очень тупо сделаны. Слушайте, он будто с ними разговаривает. Пусть визжит, как свинья говорит. Он им будто говорит это. Во-во-во, футболист, полегче. Иди это, старшеклассница. Тискай. Все. Где эта чертова проволока? Угу. Я тебе ответил бы, но, боюсь, YouTube не примет эту рифму. В тот момент, когда твое горло будет перерезано, вот тогда я выдохнусь. Каким-то. О, вот сюда можно пойти. А можно и не идти. Слушайте, тут что, было открыто? Че, издеваетесь? Я обходил полдня, а тут было открыто. Или не, это не то. Это то. Ужас. Нас мотают, и я скоро эту всю карту, эту местность этого метро выучу. Это в жопу. Спасибо. Ну да. Так, 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 так. Я не туда иду, я не туда путь себе пробиваю, черт. Давай! Так, можно вот этим, а можно... Так, прыгай, молодец. Пусти. И этот с зомбаками разговаривает. О! Давай, 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 быстрее. Ворота должны заработать. Да, это хорошо, конечно, но... На! Засранец. Я до тебя доберусь, я тебе обещал, что я это сделаю. Сейчас надо одного из них взять с собой, из зомбаков. Я запихну его в сраку, этому мудаку, который нас их запер. Тихо, 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 братья. Не знаю, чем вас можно раскидывать. Вот этим можно. Так, а нам наверх, да? Ну да, конечно. Тихо вы. Сейчас я уже уйду отсюда. Че это за самоубийца? Пока мы лазили, кстати, я сотню зомбаков убил. Я считаю. Ну, не считаю, а смотрю наверху. Было... Когда я сдох, было 10 036. Надеюсь, теперь ворота заработают. Гори в аду. На благо людям. О, да, красавец такой рестлер. Ладно, мне пора.
Да, тебе пора. А ты не хочешь найти того, кто это все с тобой сделал? Я бы хотел найти. Найти и убить. О, сейчас тут будет что-то веселое. Давайте прыгаем, прыгаем, прыгаем. Да-да-да-да-да-да. Ник, давай, живи. Тихо-тихо-тихо-тихо, загнали меня в угол. Паскуды. Так. Все, сваливаем отсюда нахрен. Ядрить, вас еще не хватало. Да идите вы в жопу, братюни. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я понял, вы крутые, вы самые крутые байкеры. Вы тут держите город. Но если бы мне было не лень, я бы вас, я не знаю, что сделал бы с вами. Мне просто лень. Давайте, идите нах отсюда. Спасибо, спасибо, да-да-да. Ой, оружие. Это не оружие, это херь какая-то. Блин, вы бы еще страйкбольное дали. Или вообще детское какое-нибудь. О-о-о. Ну, давайте на таком покатаемся. Что, да, блин, это не о, да, это херь. О, да. Блин, оно даже ездить не умеет. Я пешком хожу быстрее, чем оно ездит. О, да. Смотрите, давайте посмотрим, как оно вообще сделано. То есть взят байк. А, нет, сделан щит. Взят байк, движок байка скоростного. И колесики маленького, наверное. И это похоже на... На велосипед этого. Пилы. Ну, куклы пилы, короче, вы поняли, да? Фух, тут сюда вообще можно войти, а то я как-то это... А, туда и не нужно заходить. Да, поиметь тебя, вот все хотят тебя поиметь. Ты чего тут? Чего это пищит? А? Чего это пищит, будто козявка какая выползла, а? Слушай сюда, пусти по-хорошему. У тебя козявки размером с мой кулак, блин. Пищит. Я забираю ее, Гарри. Скоро бомбу сбросят, на кону жизни людей. Жизни людей на кону? А ничего, что моя жизнь на кону. Обо мне ты не хочешь подумать ради разнообразия? Или насрать? Да, насрать. Меня пилит и пилит все время насчет этой своей Ани, чтобы я ее вернул. Ну так я ее загнал внутрь. Причем без твоей помощи. Босс меня прикончит по-любому, если она и отсюда сбежит. А он уже едет. Хотя мне и жить-то особо незачем. Я в полной жопе. Что у меня... А кто его босс? Я что-то не помню. У меня дерьмовая работа. Только не говорите, что надо будет его убить. Нахрен, нахрен, слышишь? Я тут думал обо всем. Как началась эпидемия, я все думал обо всем. У меня же все было на мази, прикинь, я был борцом. Я зашибал по-крупному, жена красавица. Борцюхой, да? А жена, да. Она еще и классным механиком была, я все просрал, все просрал. О, господи, Ронда, как мне без тебя плохо! Твою мать! Ронда? Смеешься надо мной. Че, издеваетесь? Ржешь надо мной. То есть Ронда ищет его, а он ищет... Я на все готов, чтобы снова Ронду увидеть. Стоять! Да. Мелкий ушлепок. Все, с меня хватит. Хочешь войти в этот бар? Придется или меня прибить, или оказать услугу. Я тебе Ронду могу найти. Давай. Не, прибивать я его не хочу. Можно было бы, наверное, прибить, но лучше я найду Ронду, как каким-нибудь макаром. Найти Ронду. Каким макаром? Да не. Ну блин, ну прикиньте, как сюжет сложился, а? То есть, он... Это его Ронда пошла искать. Интересно. Так, вот наш... Что-то наше. Мы на нем поедем. А где я? А куда надо ехать? Ядрень. Че издеваетесь? Вот туда? Ядрен батон. Опять через мост ехать. Дай пошел ты в жопу. Но сейчас будто так пердит. Так вот... Жали, блин. Ладно, поехали, хрен бы. Сел проходить, так проходи.
На, типа, скуда. Ну, на этом байке, я думаю, мы можем отсюда выехать или... Или где? Нет, не можем. Да идите вы нахрен. Блюдки. Вот здесь вот эта вот машинка есть, но у меня так и нет. Что эта штука вообще умеет? И быстрая ли она? Да, вижу, очень быстрая. Со скоростью света. Да какой там скоростью? С тремя скоростями света. Как его звали, вот этого чувака, которого... Вилли или как-то так, которого был журнал, и его надо было искать. Вот он на него похож. Ну, знаете, там была такая картинка, там, допустим, Римская империя. И среди вот этих огромных, среди толпы нужно было найти его, этого парня. Так вот он похож. Да, найти Ронду. Блин, Ронда. Коза. Своей вот этой херней пошла она искать. Если бы со мной осталась... Дура. Не, ну ее можно понять, конечно же, но... Но тут да, я зол, потому что мне нужно много очень накручивать. Слушай, Манк, я тебя уже раза три спасал. Иди ты в жопу. Спасибо. Они достали, они их это... По кругу. Ведут. Ведут по кругу. Странно звучит. Но... Они тупо повторяют. То есть я его спас, а они мне говорят, спасай его еще раз. Ну да, конечно. Типа тогда он до убежища не дошел, да? О, масло тут стоит и какая-то хрень. Не знаю, может с этого можно как-нибудь. И насрать. Прыгай! Падабум. Ох, сколько мяса. А прикиньте, мы вот в ту толпу слева закинули бы машину. Это было бы... Знатно бомбануло бы. Так, я выключил эту. Давай. Точечку убрал зеленую. Эту. Потому что она... О, я слышу Ронду. Суки драны. Ронда? Ты здесь? Ронда? Да ладно. Ронда? Ты чё? Боже, надеюсь, ты просто набухалась. Солнышко, осторожнее. Боже. Они меня пытали. Оторвали руку нахрен. Пипец. Надо остановить кровь, или ты погибнешь. У нас всего пара минут. Аптечка. Перетянуть. Может, в Ройсмарте? Но они все еще здесь. Ищут тебя. Я быстро, Рон. Тогда я пойду. Держись. И убью их. Да. Найти Ронду есть, найти аптечку. Но смотрите, выглядит так, будто... Ой, прости, прости. Да, иду, иду, подожди, подожди. Выглядит так, будто там зомби... Ну, не зомби, а заражение пошло, и она становится зомбаком. Ну, ребятки, боевые, вы сейчас огребаете по полной. Слушай, а что ты не можешь взять это? Серьезно, вы... Вот Ронда была... Сволочи. Самым нормальным человеком была. И вы так с ней поступили? Хорошо, паскуда. Не, я не злюсь. Конечно, нет. Совсем не злюсь. Нет, 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 нет. У Ронды, кстати, три уровня жизни. Три, да, три. И срал я на этих вот военных. Так, нужно главное похавать. Аптечка, кстати, где-то тут. Вот тут. Давай, блин. Три давай. Ты колу взял? Ну, пошли. Давай, давай, давай. Кстати, они не очень сильно валят, только в рукопашку реально сильно. Давай, 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 поскакали. Не того, не того. Помогите. Вы придурки, вот что. Так, 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 иди нафиг. Ронда, Ронда, Ронда. Я иду. Так, ты живая? Живая, слава богу.
Не знаю, нельзя смеяться в этот момент. Твою мать. Фух, напугала меня. Я еще задержусь. Хрена им. Я нашел Ронда. Генри или Гарри какого-то. Я ж говорю, я не могу. Я нашел Гарри. Гарри? О, Господи. О, Господи, как? Где? Ты уверен? Нет. О, такого кабана тяжело не найти. Нет. Я не могу идти. Виде. Это последнее, что тебя сейчас должно волновать. Я... Давай помогу встать. Надо идти. Ну, давай подождем, пока рука отрастет. И... Я не пойду, пока не приведу себя в божеский вид. Найди мне баллон с ацетиленом, паяльник и шарнир. Я что-нибудь соображу. Пришьешь руку? Интересно. Хорошо. Что это такое было сейчас? Так, только не надо меня трогать. Классная выйдет рука. Да, да. Угу. Я уже представляю. Лишь бы подошло. Слушайте, идите нахер отсюда. Это моя точка, и я ее крышую. А вы Ронду чуть не убили. За это я вам вообще не знаю, что я сделаю. Руки поотрываю. Такой вот каламбур у нас выходит. Шарнир. Ну на. Посмотрим. Какую-нибудь железную сделает. Сделала бы какое-то в фильме. Ну да, да. Я об этом и говорил. Да. Я не помню, как этот фильм назывался. Там девка, ей ногу оторвало. Точнее, не оторвало, а какую-то там артерию перерезала и пришлось ампутировать. И она поставила М16 вместо ноги. Понятия не имею, как она стреляла, но... Так, а давайте дадим еще вот так. Я что, ёлки зелёные? Как ты только умудрился разыскать мою конфетку? Вот это конфетка? Изначально отправилась к Ане. Да, конфетка. Ну чё, мудаки, поиграем? Ща я с вами поиграю. Не-не-не, братюни, сейчас придет Ронда, и она вам... вас отблагодарит за то, что вы сделали. Сайонара, ублюдки. Так, Ронда, только меня не надо палить. Твой, лови! Тихо-тихо-тихо. Слушайте, вы что, клонируетесь? Он родился из него. То есть был один. И тут уже их двое. Интересно. Ладно. Да, спокойно. Слушай, ты меня достал. Так, стоп, мне нужно похавать, у меня колдула. Спасибо. Все, нужна машина. Отвезти Рону. Блин, Ронду. А! Стоп. Где эта точка, я ее не вижу. Желтая. А, ну да. Конечно же. Хорошо, но машина все равно нужна. Я не думаю, что там мы можем найти. А вот такси, по-моему, на ходу. Да. Давай. Так, в какую сторону нам сейчас ехать? Наверное, вперед. Я так подозреваю, да. Давай! Липкие? Кто липкий? Во, братюни, полегче. Спокойно. Так, тихо. Блин, какая неуправляемая машина, слушайте. Серьезно. Это ужас. Ой, сейчас сорвется. Адабум. Ха-ха. Знатно, аж звук заглючил этого взрыва. Круто. Вот так вот мы пробиваемся. Конечно, на байке это круто было бы, но... Ну, а как он называется, там я уже не помню. Это... катафалк. Хорошо, давайте на нем поедем. Я правда не знаю, как на этот мост с Анной заехать. Давай, садись. На мост, наверное, никак нельзя заехать. Угу. Так, Ронда, ты чисто из принципа не хочешь в эту машину садиться, да?
Хорошо, пошли пешком. Пошли, пошли. Не надо бить машину, пошли пешком. А далеко мы дойдем. Я хочу выйти с другой стороны, чтобы... Блин, куда я зашел, твою мать? Ладно. Какое барахло! Я помню это место. Мы тут лазили, да-да-да, но это, блин, бессмысленно. Это... Вылазим наверх. Херня это все. Ребят, ну это ж вообще глупость. Чтоб не было прохода по вот этому мосту. Это как? Или это он наверху? Да не. Да ладно, что нельзя пройти? Че, издеваетесь? Это мне нужно объезжать это все? А, вот он идет, сраный мост, блин. Пошли, Рондо, поехали. Я тебя в этой серии постараюсь довести, ну блин, ну это так глупо, блин. Что вот здесь тогда за вот этой стеной? Садись. Все, надеюсь, там гроба этого нет. Вот, это оказывается не то было. Это не та дорога была. Слушайте, это можно... А, ну да. Не сочетается. Все пошли в пень. Спасибо. Китайская хрень. Давай. Мотокаток. Вот он, как он называется. Я постоянно забываю. Такая штука, я забываю. Садись. Рондо. Так, а куда нам ехать? Я уже забыл. Ух ты, да, ты крут. Нам нужно подняться на вот этот мост, который вот это вот ни хрена до 12 FPS просила, я не знаю от чего. Это такого никогда не было, это рекордно низкое. Все, возвращаемся, по-моему. Сейчас будем возвращаться. Вот сюда и вот так. Надеюсь, потому что блин нафиг. Того, кто сделал этот самый мост. О, да. Точно, точно. Вот тут я постоянно не знал, куда ехать. И вот сейчас мы уже едем. Это даже легче стало на душе, когда знаешь, что уже едешь куда надо. Так, давайте, давайте. А, эту машину... А, не, он может подвинуть, но оно сейчас взорвется на него. Да. Посмотрите виллу, у нас дополнительное задание, кстати, есть. Да в жопу он идет. Меня эти мышцы просто с ума сводили. Да. Слушайте, у нее такая крутая рука. Не держи меня своей этой рукой, пожалуйста. Я боюсь. Так, а тут нам вот сюда... Тихо. Давай, сделаем еще одну такое же. Тут нам вот не надо садиться на это дерьмо. А зачем нам такое же? Мы просто сядем на байк. Да, вот на вот этот байк черный. И проедем вот здесь. Можно проехать? Блин, вы издеваетесь, да? Так, наверное, еще никто не делал. И сюда нельзя проехать. Значит, я зря все-таки это. Если бы я начал сейчас крафтить, это было бы очень печально. Ладно, давайте тогда объедем. Мы не гордые, мы объедем. На, блин. Ой, я не туда поехал. Вот, посмотрите, они частенько вдвоем стоят. Почему нельзя? Не сочетается. Ну, блин, ну прикиньте, какая была бы офигенная тачка из этих двух машин. Я уже представляю себе эту красотку. Можно было бы сделать вот такую вот красотень типа Lamborghini с мощностью Muscle Car. Чё нет? Да. Прикиньте, какую скорость бы она развивала. Ну, она и так быстрая до жопы, но так было бы еще лучше. Давай, Рондо, доставай свою ногу. Ой, руку. Я вас запшикаю сейчас. Иди нахер, спасибо. Ой, это жирный. Пасечник, бас, куда?
Сейчас убьют. Наверное, зря я вышел. Ребят, все-таки. Так, иди в жопу. Конечно, это так их убивает. Ага, ага. Как я не знаю что. Проголодались? Ты что, тупой? Это ты должен сейчас похавать, чтобы не сдохнуть. Ну да, мы выживаем. Тут ничего странного. Это не я, нуб, это просто мы выживаем. Так. Спасибо, это, конечно, молодец. Реально она молодец, она сжигает. И вообще крутая. Так, значит, мы поломали швабру. И получилась у нас вот такая вот штукенция. У нас палка теперь. Так, нам нужно вперед. Да, просто вперед. А, Ронда, ты, может, сядешь, да? Интересно, а если Ронда умрет? Вот чисто так вот, гипотетически. Если она умрет, то каким образом, наверное, Гарри этого нужно будет убить? Скорее всего. К папочке. Че, мазохист? А, тихо. Врешь, не пройдешь. Слушай. Кто это сделал? На, блин, паскуда. Так, давайте, блин, дойдем уже до санного этого Гарри. И как его там? И отдадим Ронду, и зайдем в клуб, и закончим серию, потому что она уже затянулась, да. Ронда, иди сюда. Вот, я привел тебе подругу. Сейчас, что с рукой, ёпти? Какого черта? Уже не та, что прежде. Давай поцелуй. Да. Слушай сюда, парень. Увидишь босса, скажи ему, пусть валит нахрен. Хватит мне тратить жизнь. Молодец. Пустую. Правильно. Вот пусть сам пашет, а мне теперь есть зачем жить. Теперь он в нашей компании, потому что Ронда наша. А, да, чуть не забыл, извини. А, вот. Я посадил ее повыше и напустил туда зомби. Поосторожней там. Что? Ты что, дебил? Ладно, ребят, давайте тут пока сделаем перерыв, не будем идти дальше. С вами был Ноксвелл, не забудьте подписаться, поставить палец вверх и зайти в группу ВКонтакте. Всем пока!